Знаешь, ты идешь, тут водопадики какие-то, водопадики, ты поднимаешь. Реально? А, ты знаешь как? Я думаю, что сейчас они походу пересохли. Пересохли? Возможно, возможно. Что пересохли? Ну потому что, ну, жара стоит. Вот. Возможно и нет, я давно там не был, но будет круто туда. Лайки, 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 ставьте мне лайки. Кстати. Блин, подписчики-то мои все там. Подписчики-то твои перебежали, все перебежали. Расскажи, где мы? Мы стоим на маяке. Скажи, там очень далеко и глубоко. Мы стоим на маяке. Покажи, как глубоко. Как глубоко? Вот туда, если. Непонятно. Непонятно. Здесь Даша. Здесь Даша и Альберт из города Сочи. Может, тебя кто-то... Все уже в курсе, да, что ли? А? Все в курсах, что ты уже в Сочи отдыхаешь. Ну, да, выходил в этот. Да, так что, ребята, приезжайте, здесь классно. Хватит уже по Турциям, да по Египтам. Дурацким, да? Да. Надо в родные края. Только в Адлер не едьте. Да, сразу в Сочи. В Адлере не очень, скажу честно. Хотите, покажу вам видо. Лайки, лайки, лайки. И подписки. Чайки тут. Красиво. Туда, туда. Это яхт-клуб города Сочи. Спортивная организация Югспорт. О, крутя. Уже темнее, друзья. Уже. Скоро будет темно. А, родные Хари в три дорого за халупы. Билет на самолет стоит, как сам самолет. Согласен, согласен. В Сочи съездить что-то дорого на самолете. И жилье тут тоже недешево сдают, скажу честно. Вот, ну ладно, друзья, все, мы будем слезать отсюда. Всем пока, всем мир. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Дашин канал. И Альберт канал.